Всем привет! Вот эта зажигалка Имка 4720 Триплекс я пользуюсь в данный момент. И пока в ней не закончилась заправка, я подумал, почему бы не проверить, насколько безупречно она работает, и показать это вам. В этом году, в июне месяце, будет уже 3 года, как я являюсь ее владельцем. И за все время пользования этой зажигалкой нареканий на ее работу у меня не было. При проведении теста я попытаюсь 10 раз зажигалку зажечь, нажимая вот на эту кнопку. И после каждой попытки буду крышку закрывать, чтобы ее погасить. Ну что, поехали. Я считаю, что результат отличный. Во время теста зажигалка отработала без осечек. Кстати, обзор этой зажигалки есть у меня на канале. Можете при желании посмотреть. Если еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ну и оставляйте комментарии. Всем удачи! Зажигалки моя страсть. Зажигалки моя страсть. Зажигалки моя страсть. Зажигалки моя страсть.